Нет, ко мне. Нет. Весело. Просто жесть. Ох ты ж, Луна. Привет, бандит. Хочу тебе разъяснить, что мордами находится не там, где ты сейчас здороваешься. Чпонька. Смотри, сейчас дочпонькаешься, что саму отчпонькают. Бандит, ты что хотел? Да хрен его знает, чего я хотел. Взвесьте мне полкило самых гнусных рогаликов. Так, я могу расплатиться картой, а могу носом, через нос пей. Пойдем лапы мыть. Не, ну ты тупой. Я устал объяснять. Гордые хаски лапы не моют. Чё, как? Всем хосячий привет. Меня зовут Бандит, и я хаски-видеоблогер. Подпишись на мой канал, ссылка в описании. Стоп. Бешеный. Вот это с такой скоростью фигачил. Фигачил с такой скоростью. Просто нереально. Не забирай. Просто жесть. Кто быстрее? Да. Там уже вам финишная прямая. Там девочки. Вот это пацаны. Или не пацанчики. Хвосты крючками. Луна по-пластунски везде, как изгибается гимнастка. У всех попробовала правильно, чтоб знать, каждый что кушает, надо знать. Все, ты доел, ты справился? Нет, нельзя. Зубишку упала, как же мы будем, ты без правила не съел. Не пропадем, да? В большой земле. Ох ты ж, Луна. Ну, Луна не берет, потому что упала, конечно же, съем, да? Нет. Нельзя. И пошел елозить. А вот первый мальчик съел. Пошел рвать остык. Концовка куча мала. Ну-ка, дай поймать. Посмотрим. А, ты девочка, я так и знала, он тот мальчик, который елозил, только что зубы. Вот, по головам пошли, по головам. Смотрите. Весело. Беги и врывайся, вот тут еще будет. Лейх, кто-то сразу пиздит, кто-то пить, кто-то пиздит. Девочка. Разве? По-моему, это мальчик. Не так чисто. Это мальчик? Пожалуйста. Здорово. Не надо, не обязательно. Порошки стоишь.